13 по 19 марта в десногорских школах проходят тренировочные тестирования по предметам на выбор. Выпускники 9 и 11 классов пробуют свои силы по химии, физике, обществознанию, литературе и другим предметам, необходимым для поступления в учебные заведения высшего и профессионального образования. Напомним, что до выпускных итоговых экзаменов остается чуть более 2 месяцев.